Hi friends, it's the 25th day of my 30 days challenge. Уже 25 дней прошло с самого начала. И сегодня я вам скажу такую фразу, которую, наверное, стоило бы сказать сначала, потому что звучит она следующим образом. First things first. Первые вещи первыми. А как же это по-русски? По-русски это прежде всего. Когда вы хотите что-то перечислить, или дать какое-то доказательство чему-то, или утверждение, то можно начать с такой фразы. First things first. То есть то, с чего вы начнете, будет самым важным. Итак, пишите свои комментарии, когда можно использовать эту фразу. Share this video, делитесь этим видео с своими друзьями. And see you tomorrow. Bye-bye.